Переселить людей из всех многоквартирников, признанных аварийными до 2016 года, сократить время записи на прием к врачам поликлиник. Это лишь часть стратегии развития региона на ближайшие 5 лет. Ее в рамках областного общественного форума «Единая Россия» сформулировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Мы будем системно и жестко добиваться снижения административной нагрузки на бизнес. До 2021 года мы создадим в региональной экономике еще 50 тысяч новых рабочих мест. Дефицит квалифицированных кадров – главная тема обсуждения. Ее затронули практически на всех дискуссионных площадках форума. Рабочих рук не хватает как в городах, так и на селе. Если в первом случае решить проблему поможет внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, то во втором требуется комплексный подход. На селе нужно сформировать такую обстановку, чтобы житель села не чувствовал себя обделенным. А условия комфорта должны быть сопоставимы с городскими условиями комфорта. Вот тогда ни у кого не будет желания убегать из села, все будут работать с удовольствием, хотя это особый, очень тяжелый труд. В числе вопросов, требующих особого внимания власти, бизнеса и общественности, развитие социального предпринимательства. Есть люди, которым требуется помощь, есть те, кто готов помочь. Есть даже необходимые для запуска процесса деньги. Осталось понять, как все это увязать воедино. И это еще одна задача, решение которой должно быть найдено в ближайшие 5 лет.